Приморский пляж, город Ялта, Крым. Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы находимся на Приморский пляж, город Ялта, Крым. Здесь построили новую набережную, несколько этажей. Прогуляюсь, увидим вместе с вами, что здесь сделали. Комментировать не буду, вывод делайте сами. Самое первое, что бросается в глаза, что здесь есть пешеходная зона. Потому что раньше была дорога, пешеходная зона, это все одно целое. Сейчас это разделено. Есть где ездить машинам и есть где свободно ходить людям. Безопасно. Физически нет. Физически нормально. Приморский парк. А вот здесь верхняя набережная. Правда, есть еще повыше. Еще одна набережная, видите, как красиво. Сейчас утро, наверное, еще нет 8 утра. А море уже как лягушек в болоте. В смысле, очень много людей. И вон еще только день начинается. Все только идут. Красотища-то какое. Набережную открыли новую только в этом году. На самом деле, как на меня, это просто огроменный торговый центр с павильонами. Еще некоторые павильоны, как вы видите, пустые. Есть зонтики, шезлонги. Потом спущусь, узнаю, сколько стоит. Камеры хранения. Есть где переодеться. Единственный минус – это открытые верха в переодевалке. Поднимемся еще выше.
как на теплоходе, несколько палок. Видно, будут здесь какие-то водные развлечения, аттракционы, поскольку стоят буйки. Ну, что, спустимся, пройдемся еще по низу. Набережная с другой стороны. Если не считать непосредственно сам пляж, где также есть магазины, то это, наверное, самая прогулочная часть набережной. Наверное, самая-самая, это уже внизу. Куда и пройти? Вот, эта часть тоже также еще продается, сдается в аренду. Здесь тоже очень мало магазинчиков. Реальные магазинчики рабочие сегодня, на данный момент, внизу. Идем тогда вниз. Пляж Приморский. Температура воды 22 градуса, воздуха 29. Здесь еще тоже все закрыто. Пойдем сюда. Косички, водный прокат. Ну, поставите себе на паузу, почитайте. Такие места для отдыха. Камера хранения. Туши бесплатные. Место для курения. И столики. Еще утро, еще тут ничего не начало работать. Ребята только шезлонги выносят. Здесь есть как одежда, так и все осторожно, другое. Класс, кола, пиво, хот-доги. Сейчас. Утро еще ничего не работает. Ценник.
сдается в аренду. То есть можно приобрести здесь помещение. Самое популярное место будет самое много проходящее в городе Ял в сезон. Вот. И аттракцион. Новая набережная. Напишите в комментариях, как вам, нравится ли такая набережная. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих изменений на набережной. Точнее, продления набережной и пляжа Приморска. Если вы любите шумные пляжи, где рядом было бы все покушать, попить. Дальше вот два шага вы вышли уже на улице Пушкинской, на старой набережной, где будут все развлечения. Если вам это нравится, то это пляж для вас. Если позже удастся узнать стоимость, я еще досниму кучу видео. Итак, около 11 часов дня, люди уже начинают расходиться, но лягушек меньше не становится. Не знаю, или всем нравится вот такой пляж. Здесь очень мелкая галька. Водички здесь помутнее, чем на Масанде. На Массандровском пляже. Ну и пляжу тут погрязнее. Это связано с тем, что, наверное, здесь не так часто убирают, как на Массандровском пляже. Ну и плюс народ здесь такой. Когда приходят, говорят, фу, как грязно. Ну, когда уходит, после себя оставляет еще грязнее. Оставляет косточки с персиков, с винограда. И того хуже, пластиковые стаканчики и пакеты пластиковые, полиэтиленовые. Вот такой у нас народ. Хотим чистоты, но после себя оставляем еще хуже, чем тогда, когда пришли. Ну, даже красивое преимущество в том, что недалеко в городе, поэтому здесь очень много людей. Если вам нравятся такие шумные пляжи, море, где практически, чтобы поплавать, надо заплыть до буйка, потому что здесь столько можно прочиститься, как час пик метров, то этот пляж вам подойдет. Если нет, хотите пляж, где было бы меньше людей и была чище вода, ставьте лайк под этим видео и напишите в комментариях, хочу узнать, где есть такой пляж. До встречи в следующих видео.